Завтра в ДНР прибудет 102-й по счету гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, сообщили сегодня в пресс-службе спасательного ведомства республики. На этот раз грузовики доставят более 36 тонн гуманитарных грузов, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование. Разгрузка гумпомощи пройдет в Донецке, после чего будет распределена на заседаниях Государственной комиссии, согласно предоставленным заявкам. Напомним, что в последний раз российский гумконвой приезжал в ДНР в декабре прошлого года. Тогда в составе груза также были в основном лекарства и медицинское оборудование.